Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Жюль Адле, французский художник, приверженец натурализма. Его прозвали художником скромных людей. Я пользуюсь переводной Википедией. Жюль Адлер родился 8 июля 1865 года. Сначала учился в школе декоративного искусства в Париже, где был учеником Уильяма Бугро, Тони Роберт Флери и, наконец, в изящных искусствах у Паскаля Дагнан Буэре. Параллельно с этим с 1883 года посещал курсы Академии Джулиа. Успешно поступил в 1884 году в Школу изящных искусств Париж. В 1888 дебютировал в салоне со своим полотном «Страдания». Адлер является многократным призером салона и участвует во многих выставках. Его любимая тема – рабочий мир, за что его прозвали художником скром. Получил золотую медаль за свою картину «Народные радости». Одно из его самых известных полотен – забастовка Ле Кризо, выставленная на салоне 1900 года, которая имела большой успех. С 1914 по 1918 основал на площади Пегаль столовую для помощи художникам, которая обслуживала несколько тысяч человек и предлагала художникам одежду. В 1914 художник был направлен с художественной миссии Верден и привез рисунки, эскизы и фотографии. В 1928 назначен профессором изящных искусств Парижа, учеником которого был его племянник Жан Адле. Во время Второй мировой войны был арестован в марте 1944 года по доносу фармацевта за прогулку по площади Батиньоль, которая тогда была запрещена для евреев, и интернирован в хоспис Пикпус, избегая депортации. Его учениками были Фернанд Алар Эл-Оливье, Роджер Гердшо, Жермен Эбрар, Жорж Фрезе, Сезар Мамес, Габриэль Давид, Макса Нордей. Умер в 1952 году в относительной бедности. Доме престарелый для художника. Похоронен на кладбище Сен-Винсен в районе Монмар. Вот так вкратце из переводной Википедии о французском художнике, приверженце натурализма Жюль Адле. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.